Друзья, всем привет! У меня сегодня на обзоре новый телефон от компании Oppo. Модель называется Rina 11F 5G. Сегодня мы проведем его такой небольшой тест на прочность, потому что этот телефон защищен по стандарту IP64. Это значит, что его можно немножечко водой обдать, можно уронить потихонечку, так помаленечку, и с ним все будет нормально. Итак, вот такая вот серая коробка, большая толстая коробка, это значит, что там должен быть блок питания. Это хорошо, это уже хорошо. Памяти здесь 8256, самый такой оптимальный сейчас объем, и не сильно, так скажем, много, не избыток, но и немало. Цвет зеленый у меня, ну что ж, вес даже указан, 177 грамм. Кстати, это небольшой вес для современного телефона, ну и толщина менее 8 миллиметров, 7,5. Длина 161 миллиметр и ширина 74 примерно. Делается это все в Китае, производство китайское, сборка китайская. Ну что ж, открываем коробку и смотрим, что идет в комплекте с этим телефоном. Ну, уже стандартная коробка для Oppo, да, сам телефон и внизу, внизу самое интересное. Вот такая вот мощная зарядка SuperVOOC, максимальная мощность зарядки 67 Вт с выходом USB Type-A и здесь кабель э, вот такой вот тоже прочный Type-C в конверте должен идти чехол, да, он здесь есть, обычный простой силиконовый прозрачный чехол с огромным вырезом под камеры, посмотрите сзади, как здесь выглядят камеры. Цвет телефона, знаете, похож на цвет моей четырки, если так говорить, да, такой темно-зеленый цвет, прикольно смотрится, издалека может показаться, что это черный цвет, но нет, если присмотреться, то это такой темно-зеленый. Сзади поверхность шершавая, не скользкая. И под, под определенным углом он становится более таким как бы светлым. Вот, например, вот так, да? Здесь хорошо видно, что он зеленый. А, например, вот так, кажется, что он вообще черный. Наверное, один из самых больших блоков камер, один из самых таких длинных, если говорить, почти пол корпуса занимает. И здесь находятся три модуля. Раз, два и три. И вспышка. Innovative AI-камера. С правой стороны, кстати, вот эта вот рамка, она пластиковая. С правой стороны находится кнопка включения, рядом с ней качелька регулировки громкости, вверху микрофон, с левой стороны сим лоток и внизу разъем для зарядки, динамик и микрофон. Кстати, я заметил, что сейчас все чаще и чаще начали убирать стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Сейчас его даже вот ну, в таких вот, можно сказать, среднебюджетных телефонах уже тоже не остается. Ну, выглядит довольно неплохо. В чехле давайте тоже покажу, как выглядит. Чехол не сильно увеличивает габариты, это можно убрать штучку. Так, и видно при этом наш прикольный такой дизайн и красивый цвет темно-зеленый. Вот как он смотрится. Так, ну и еще, еще что здесь есть? Скрепка, конечно же. Здесь написаны все основные характеристики. Это 64-мегапиксельная камера, сверхчеткая с тройным модулем. 5000 аккумулятор, 67 ватт, быстрая зарядка. Защита от пыли и влаги. IP65 и 120 Гц AMOLED дисплей с плавной анимацией. Убираем эту пленку. Под ней скрывается защитная э, пленка, которая наклеена уже сразу с завода для того, чтобы защитить ваш экран. Итак, э, открываю сим-лоток. Сим-лоток здесь находится с левой стороны, и он предполагает установку двух сим-карт, либо одной сим-карты и флешки. Microsd можно поставить. Здесь вот даже есть об этом надпись, что microSD либо SIM-2, либо microSD вы сюда вставляете. Ну и, конечно, уплотнительная резинка, как же без нее, телефон все-таки защищен от влаги. Ой, ребят, ну интересно его уже прям протестировать на прочность. Так, давайте уберу все лишнее. Нормальный комплект поставки, ну, хороший стандартный комплект. 67 ватт быстрая зарядка, это хорошо, что они ее не продают отдельно, а уже включают в комплект. Все, убираю это все. Так, это можно тоже пока спрятать. И приступаем к самому телефону. Зажимаю кнопку питания и погнали. Итак, телефон запущен. И как он выглядит спереди да, в принципе, стандартный внешний вид, так же как и большинство современных телефонов. Но здесь без вот этих изысков типа закругления экрана. Просто плоский экран. Сцен... По центру находится дырка под фронтальную камеру. Вверху еле заметный разговорный динамик такая вот, знаете, полоска такая очень маленькая, очень узенькая. Ну, вообще незаметно, ее даже не видно здесь. И внизу, наверное, чуть-чуть более толстая рамка, чем вверху и по бокам. Хотя тоже, наверное, можно сказать, что она примерно одинакова. То есть, ну, рамки как будто симметричные со всех сторон. Так, смотрите, здесь экран с диагональю 6,7, Full HD, AMOLED, 120 Гц тоже. Сейчас это уже некий стандарт. Сейчас уже, ну, это не считается чем-то вау, это уже просто перекочевало вот в такой вот среднебюджетный сегмент. И поэтому сейчас это вот реально как обычный стандартный нормальный экран. Кстати, кстати, ребятушки, знаете, где здесь находится сканер? А как вы думаете? Не в кнопке питания, не сзади, а уже прямо в экране. Прямо в экране находится сканер. И, конечно, у нас есть функция разблокировки по лицу. Также это все работает спокойно. Вы можете даже сделать так, чтобы он не э, просто замок открывал, а сразу разблокировался. То есть даже, чтобы вот этого свайпа не надо было делать, это все в настройках регулируется. В настройках это можно выключить. Вот. По оболочке здесь установлена ColorOS S 14 версии и Android также 14 версии с обновлениями все в порядке. Можно функцию расширения памяти активировать. Это функция расширения оперативной памяти. На 4, на 6, либо на 8 гигабайт можно расширить оперативку. Внутренняя память 256 гигов. Также можно расширить в случае, если вам не нужна вторая сим-карта. Вместо второй сим-карты вставляете флешку, и у вас память ну, увеличивается, да. Можно и удвоить память, можно флешку на 256 поставить. Тут уже какую флешку купите, такую и установите. Аккумулятор типовой, 5000, то есть как у всех. Как у всех, 5000, неплохо, ну, нехорошо, просто отлично, нормально, ну, там стандартная емкость стандартная нормальная такая емкость по железу что здесь установлено здесь установлен dimensity dimensity от mediatek но не 1080, как здесь написано. А почему не 1080? Потому что сейчас такие процессоры уже не делают 1080. Сейчас их переименовали, и здесь уже установлен 7050. Но при этом характеристики похожи на 1080. Это 6 энергоэффективных ядер Cortex A55, 2 мощных ядра Cortex A78, 6 нанометров и видеоядро Mali G68 MC4. Память, кстати, быстрая UFS 3.1, предфлагманская, предтоповая. Есть уже UFS 4.0, но здесь 3.1. За 1000 выходит скорость чтения и около 600 мегабайт в секунду скорость записи. Неплохой, неплохой результат. Dimensity 7050, можно сказать, что, ну, это такой, знаете, уже чуть лучше, чем обычный телефон по производительности. Уже есть некий прям запас на будущее. Уже все-таки ядра не 76, не 75, а уже 78. Есть модуль NFC. Ну и Вантуту результат. Сейчас я вам покажу, как вы думаете, сколько набирает. 2,78 ядра с частотой 2,6 и 6 энергоэффективных 55 ядра. Компоновка 2 плюс 6. И вантуту оба! 616 тысяч баллов. То есть это примерно, ну, если так, на вскидку с чем можно сравнить? Ну, с каким нибудь Snapdragon 6 Gen 1, Snapdragon 695, если сравнивать именно из Snapdragon, что-то из Snapdragon. -ов. То есть, ну, вот такая вот за пол ляма уже выходит, греется при этом до 35 градусов всего лишь и 3% теряет аккумулятора. Вот такие результаты. NFC-шечка, пожалуйста, без проблем здесь можно подключить. Мультитач на 10 касаний вообще без проблем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 касаний сенсор. Что могу отметить, что когда я телефон начал настраивать, у меня скачалось много разных приложений. И игры какие-то, и соци... ну, вот эти обычные приложения. Это все скачалось как бы уже, как бы можно считать, по умолчанию. Все это скачалось. Здесь каких-то куча приложений. Вот. Популярные, популярные, Озон. Все вот это скачалось, когда я только настроил телефон и подключился к интернету. Такая вот особенность сейчас. Дальше, что еще можно сказать по поводу этого телефона? Приступим, наверное, к... А, я хотел еще показать тротлинг тест да давайте я вам сейчас покажу результат тротлинг теста и вот что у меня получилось изначально был какой-то небольшой тротлинг потом он начал работать на максимумах потом он работал 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 упал на процентов 10 потом опять возрос и постепенно плавненько плавненько к концу теста он ну, примерно тот же результат и показал, что 10% тротлинг всего лишь. То есть это совсем немного. Ну, а теперь PUBG. Все идет нормально, ребята. Да ⁇ -мо ⁇ Что тут за передряга какая-то? Передряга какая-то. Что, больше никого нету? Ага, кто-то бежит. Так, какой же здесь набор камер? 64 мегапикселя, основная камера 8 мегапикселей, широкоугольная камера 2 мегапикселя, макрокамера и 32 мегапикселя фронталка. Всего 4 камеры на телефон и телефон умеет записывать видео в максимальном качестве 4К 30 FPS. Также вы можете записывать Full HD 60 FPS. С широкоугольной камеры вы можете записывать Full HD 30 FPS. Вы также можете включить дополнительную сверхстабилизацию, но она будет работать только в режиме Full HD 60 FPS. С фронтальной камерой... Вам доступно Full HD 30fps, 4K 30fps и 720p 30 fps. И также можно включить дополнительную стабилизацию, и она будет работать только Full HD 30fps. Максимальный зум цифровой на этом телефоне 10x. Это именно цифровой зум, телевика здесь нет. 0.6x — это переключение на ширик. Есть портретный режим, режим видеозаписи, профессиональный режим и, конечно, искусственный интеллект, высокое разрешение, ночной режим, макросъемка, замедленная и ускоренная, двухоконная запись видео. В общем, по режимам все довольно-таки просто, понятно. И можно еще всякие стикеры сделать. Так, ну-ка, давайте попробуем на фронтальную камеру какую-нибудь себе а, так, ну что здесь можно? Ну, давайте вот очки, например. Сейчас они подгрузятся. О, и в реальном времени можно сфотаться в очках. Типа такая вот фотография вы, вы, выходит. Кстати, довольно неплохо выглядит. Даже так по-настоящему натурально, да? Так, и по качеству. Сейчас сделаю пару снимков. Так, ребят, вот сделал несколько фоточек. Это в обычном режиме. Сам себя сфотал в зеркало. Это вот фронталка. Очень большой широкий угол обзора она имеет. Ну, конечно, качество попроще, чем у задней камеры. Это я включил уже режим 64 мегапикселей, поэтому здесь дает телефон сильно приблизить. В принципе, все видно, все отличимо. Это вот улица, тоже 64 мегапикселя режим. Видите, насколько сильно можно приблизить картинку. Так, это вот тоже 64 мегапикселя. У нас еще не до конца снег растаял. Так, это вот код, тоже 64 мегапикселя. Пришел, а, тут на подоконник. Это я с котом э, здесь делал портретную фотку. Но почему-то он не размыл задний фон. Не знаю. Ну, хотя чуть-чуть такой блюр есть. Но тут я сфотался в портретный снимок с котом. Вот так. Ну, еще раз сейчас попробую. Давайте я поставлю сильное размытие. Это будет портретный режим с сильным размытием. Так. Проверяем. Да, здесь он размыл. Во-во-во. Все, сейчас прошла обработка. Да, все четко по графику размыл. По контуру. Да, да, да. Здесь вот розетка попала еще тоже, он ее чуть не подразмыл. Короче, портретный режим работает. Вот. И ширик также работает, но он всего 8-мегапиксельный. Но хотя бы он здесь есть. Вот как он фотографирует 8-мегапиксельный ширик. Звук здесь громкий, но звук не стерео. Но при этом есть фишка 300% громкости. То есть мы прибавляем до самого максимума, до упора. Делаем еще раз и повышаем звук в режим 300. И его сложно становится перекричать. Он очень громкий. Но динамик один. Из этого динамика звук не идет. Но при этом нижний динамик кричит сильно громко. Супер повышенная громкость, ребят. Очень громкий звук. просто нереальное что-то. Но качество чуть хуже, чем при вот таком режиме примерно чуть, если не до конца вот так вот слушать, качество поприятнее. Если поднимаешь уже на максималку, чувствуется чуть-чуть хрипы, но при этом громкость улетает. Ну и аккумулятор 5000, в принципе, такой же, как и у всех телефонов. А задняя спинка несъемная. На полтора-два дня должно хватить. Ну что ж, пойдемте сейчас его тестировать, короче. Начинаем. С, как его можно протестировать? Ну, во-первых, конечно, защита от воды. Естественно, он защищен от воды. Он защищен от легких брызг. То есть, можно попасть с ним в дождь, и ничего с ним не будет. Ну, давайте смоделируем типа дождь. Смотрите, вот типа дождь, да. Я пшикаю такой пшикалкой, короче, на телефон. Посмотрите. А сейчас я попробую прям прицельно. Опа, опа, опа. Начались рандомные нажатия сенсора. Ух ты, нифига, я тут накапал, короче. О, да, ребята, смотрите. Неплохо тогда. Но это типа-типа мы смоделировали дождь. А теперь я сделаю вот так. Я переключу свой пульверизатор в другой режим. Нет, это еще мало. Нет, это я его полностью закрыл. Короче, вот, все, переключил я его на дальноструйный режим, короче, сейчас будем вот так просто по телефону. Бам-бам-бам, видите? Ребят, смотрите, что я делаю. Я просто его расстреливаю водой, моделируя тем самым дождь. У меня аж все начало капать с подоконника. Так, ребята, я надеюсь, с ним ничего не случится. Сейчас надо его протереть. Итак, ну что, момент истины. Проверочка сканера работает. Сенсор работает. Кнопка питания. Да все прекрасно работает. Протер и можно дальше пользоваться. Это сейчас на улице, короче, нахожусь. Взял с собой этого красавчика. И идет такой мелкий, маленький, моросящий дождик, да? Вот я его на четырку положил. Ну и смотрите, ребят, у нас еще, кстати, не растаял снег. Вот я думаю, а что будет, если, допустим, я иду, э, что-то там смотрю, да, и он у меня раз и выпадывает. И прямо в снег. Да я думаю, в принципе, ничего, потому что этот телефон защищен по стандарту IP67, IP65. Поэтому я думаю, что, в принципе, можно даже вот так вот сделать. Или можно даже попробовать, типа как ножичек, да, воткнуть его прямо в снег. Вот так вот. Опа! Смотрите, он у меня воткнулся прям верхним торцом. И ничего. Блин, я не знаю, сейчас люди смотрят сокон и скажут, что совсем что ли? Скажут, может бы это врачей вызвать. Что-то с ним не так. Ну, короче, мы просто его тестируем. Это просто стандартный тест. Да, он уже весь такой грязненький, весь в снегу. Ну и давайте последний раз. Я прям вот так вот плашмя подкину. Вот так вот. Все, он упал прям на жесткий снег. Еще и с грязью, еще и с какими-то листьями. Это уже прям лед, ребят. Это уже прям... Реально лед. Смотрите. Ну и давайте прям падение на экран сейчас. Оп. Плашмя. Все, он меня узнал и разблокировался. Все работает прекрасно. Ребят, вот это, да. Вот это телефон, вот это качество. Вот это надежность. Кстати, да, о чем я говорил, что цвет... Ну, немножко ошибся, наверное, по цвету, но все равно чуть-чуть некие сходства есть. Вот в таком он сейчас состоянии. Ух, е-мое, досталось же ему, а. Да. В таком он состоянии сейчас. Надо его протереть, будет. Молодец, достойно выдержал все испытания. Ну, и вот я снова дома, ребята. Вот таким вот крепким оказался телефон. Все его сейчас протер влажной тряпочкой, всю грязь смыл, и все. И он как новенький, реально. Никаких повреждений. Единственное, вот здесь небольшая царапка образовалась возле сканера. Ну, не знаю, видно, нет. Ну, вот здесь небольшая совсем царапинка. Это на пленке не на самом экране, а на пленке. Но сканер все так же продолжает работать как и должен работать вот собственно и все все быстренько его протер и вообще никакого никаких следов видели я его без чехла кидал без всего вообще ни царапин ничего вот это покрытие тоже такое так подождите это что такое это грязь осталась здесь или это царапка какая-то грязь надо сейчас оттереть вот а, удобная поверхность матовая да на ней вообще ничего не заметно она прям такая прочная прочная в общем, таким вот получился телефон OPPO Reno11 F5G. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до скорых встреч и пока-пока.